Ровно 30 лет назад, 23 сентября 1991 года, с такого же звонка началась судьба первого в городе инновационного учебного заведения школы-гимназии, но теперь уже школы-гимназии имени Тахтара Аубакирова. В Темиртауском историко-краеведческом музее состоялась выставка, посвященная 30-летию гимназии имени Тахтара Аубакирова. Экспозиция была разделена на две части. В одной из них показана история учебного заведения, а в другой – современная гимназия. Собравшиеся люди смогли увидеть на небольшой выставке 30-летнюю жизнь школы. Почему именно 23 сентября? Потому что гимназию не успевали подготовить к началу учебного года, так как это был новый проект, который поддержал тогда Карагандинский металлургический комбинат во главе с господином Свечинским и при поддержке госпожи Бересневой. И это была первая гимназия в нашем городе. В мероприятии приняли участие и основатели школы. Одна из них – Нина Береснева, которая с 1984 по 1992 год была заведующей отделом образования города Темиртау. Женщина поделилась горячими воспоминаниями о появлении гимназии и о том, с чего началось ее строительство. Я, конечно, решила на базе УПК открыть гимназию. Я обратилась к директору комбината. Он меня выслушал и очень даже поддержал. А время-то уже было конец учебного года, а надо открыть гимназию к новому учебному году. Он сказал: хорошо, идея очень хорошая, я вас поддерживаю. И он в своем коллективе, вот в этом огромном комбинате, тогда был кормедкомбинат, значит, всем начальникам цехов определил какой-то объем работы в этом здании УПК. Вот. Он объявил соревнования на лучшую подготовку классной комнаты, на лучшую оснащение техникой. В общем, работа пошла. Сделали очень хороший ремонт. Значит, укрепили материальную базу. Юридически гимназия была названа в честь казахстанского космонавта в 1993 году. Важно отметить, что юбилей учебного заведения совпадает с 30-летием независимости нашей страны. За это время гимназия добилась больших успехов. Основное преимущество, что мы имеем возможность в рамках гимназического компонента реализовывать интересные программы. Мы одни из первых в городе стали участниками международной олимпиады школ развивающего обучения. Наши гимназисты являются призерами международных олимпиад, чего в городе тоже очень-очень ограниченное количество. Мы на регулярной основе занимаем лидирующую позицию на городском этапе республиканской олимпиады, именно на уровне города. На сегодняшний день гимназия имеет свою уникальность в городе. Обучаются в заведении 333 учащихся и 87 воспитанников дошкольных мини-центров. В многопрофильном колледже МИРАС, относящемуся к гимназии, получает образование около 50 студентов. В ближайшее время руководитель учреждения планирует выпустить документальный фильм и специальную книгу о деятельности гимназии. Юлия Исланова, Акирке Балкибекова, Максим Ломакин, новости Темиртау.